Друзья, всем привет! Как только появляется крапива со щавелем, мы варим с ними вкусный и полезный суп. Сегодня сделаем его более сытным, сварим с говядиной. Лук порезать мелкими кубиками, порезать щавель, морковь потереть на терке, картошку порезать некрупной соломкой и пока положить в воду, чтобы картошка не потемнела. Крапиву перебрать, хорошенько промыть и залить кипятком, оставить на 5 минут. С крапивы слить воду, откинув ее на дуршлаг. Затем дать слегка остыть, отжать лишнюю воду и порезать. Я заранее отварила говядину. И сейчас достанем мясо и охладим его. Разогреть сковородку и вылить в нее масло. Выложить лук. Обжарить его пару минут. Затем выложить в сковородку морковку и обжарить все вместе до мягкости моркови. Согреть бульон и отправить сюда картошку. Сразу же выложить зажарку. После того, как закипит, посолить по вкусу и варить до готовности картофеля. Картошка сварилась. Добавляем в суп щавель и крапиву. Выкладываем порезанное кусочками мясо и лавровый лист. После того, как суп закипит, варить на маленьком огне 5 минут. Если заранее сварить мясо, то в целом суп готовится очень быстро. Получается он вкусным и довольно сытным. На канале есть рецепт супа из крапивы с курицей и вообще без мяса. Ссылки оставлю под видео в описании. А сегодня попрощаюсь с вами. До новых встреч!